Вам сегодня будут снимать брекеты? Да. Что вы по этому поводу можете сказать? Что вы испытываете, чувствуете? Радость, облегчение. Мы закончили лечение. Прикус ваш был достаточно сложным. Мезиальный прикус с обратным рисовым перекрытием. Изменился немножечко поддержка для верхней губы, контур губ, положение подбородка. Результатами лечения я очень довольна. Вы? Очень доволен. Отлично. В плане наших дальнейших действий снятие мультибонзовых системы, реминерализирующая терапия в течение месяца после того, как мы снимем брекеты, с применением геля Rox Medical. После этого можно произвести отбеливание зубов для того, чтобы улучшить цвет эмали. Хотя после снятия брекетов и сегодняшней гигиены, чистки, шлифовки, полировки ваши зубы и так будут достаточно белыми. То есть это на ваш выбор, как вы примете решение. Через 2 недели мы встретимся для того, чтобы снять оттиски для изготовления ретенционных карт. Протокол ретенции примерно 2 года. Ну, снятие брекетов совсем не больно, только 2 зубами почувствовал сначала. Думал, что их не снимают, а просто дуги снимают сначала. Поздравляю вас с снятием брекетов. Спасибо. Как ощущения? Супер, очень вообще кайф. До сих пор не могу привыкнуть, как и, в принципе, вначале было с брекетами, сейчас не могу привыкнуть без. Ну, результатом очень доволен.